Дорога в самом отдаленном от трассы и красивом селе Алакумхара, граничащая с Грузией, за последние годы стала совсем непригодной. По решению главы Галского района Константина Пилия и в соответствии с программой, утвержденной в 2020 году, автодороги местного значения были начаты ремонтно-строительные работы. Мы находимся в селе Алакумхара. Вот приехали посмотреть, как ведутся работы, отрезок дороги. Абаркет-Алакумхара, он был профинансирован дорожным фондом. Хочу искренне поблагодарить руководство дорожного фонда. В частности, тут с нами находится заместитель дорожного фонда Цифра Виталий Родионович. Вот это уже вторая помощь в этом году. Ранее была сделана дорога в Шашикварах. Кстати, там были недавно кадры, где люди собрались и латали еще участки. Это были переулки. При проведении работы им был отсыпан материал. И сейчас материал сами разравнивали, делали, кстати, им тоже отдельная благодарность. Вот через месяц приедем, посмотрим, насколько эта дорога практична, сколько она выдержит. Как отметил начальник пресс-службы Эрик Микая, несмотря на сложности, связанные с пандемией, руководство Галского района во главе с Константином Пилия продолжает всеми силами работы по благоустройству дорог в селах. Ремонтно-восстановительные работы финансируются организацией «Дорожный фонд». Села Алакумхара и Абыркыт – самые отдаленные от центра и расположены практически у границ Грузии, поэтому носят стратегический характер. Вот почему еще важно, чтобы состояние дорог было пригодно для использования. По словам заместителя директора Дорожного фонда Виталия Цвижба, на ремонт дороги в селах Алакумхара и частично Абыркыт было выделено 1 миллион 180 тысяч рублей. Это уже третий объект в этом районе. Автодорога Алакумхара-Абыркыт. Раньше название было Дихазурка-Сабирио. Данную дорогу мы финансировали, ее текущий ремонт где-то года 4 назад, наверное. Все это время она продержалась. А вот теперь опять проводим работы по текущему ремонту. Протяженность дороги 8 километров. Сметная стоимость объекта 1 180 тысяч. Ну, надо сказать, что рельеф очень сложный. Неравнинная местность, а с уклонами, поэтому объем засыпки очень большой. К счастью, материал, которым засыпается дорога, он качественный, хороший. Работы, я думаю, будут выполнены в течение ближайших 10 дней. Вот. Работы ведутся с собственными силами, силами в смысле Гальского района, УГХ Гальского района, который имеет соответствующую технику, машины. Работы ведутся уже несколько недель, когда позволяют погодные условия. Некоторые отрезки дорог уже засыпали гравием и разровняли грейдером. На остальную часть дороги, как предполагают рабочие, уйдет 2-3 дня. Дорогу начали дней 15 тому назад. Это проселочная дорога. Селами Абыркыт и Алакумхар, протяженностью 8 километров, ведутся местами выравнивание профиля дороги, гравийной дороги и плюс к этому вторая часть с добавлением тоже, тоже исправление профиля дороги. На сегодняшний день на стадии завершения. Ну, дня 3-4 еще теперь ведутся работы, механизированные работы, это в основном грейдером, и где-то на той неделе мы закончим. Решением главы выбран был село Алакумхар, потому что она самая высокая горная местность здесь. Здесь дороги очень содержать очень трудно. 5 лет тому назад мы делали тоже такие восстановительные работы, но она до сегодняшнего дня донесла. А теперь вот, благодаря главе, ведутся опять работы. Процесс возведения дороги просто включает в себя несколько этапов. Грейдером снимают верхний слой почвы, затем дно полученной ямы оформляют в виде профиля и утрамбовывают строительной техникой. На песок настилают слой щебня или гравия. Это самые распространенные материалы для верхнего слоя. А затем это снова все утрамбовывается.
Как признаются жители села Алакумхара, ездить по этой дороге было очень сложно, и даже ходить пешком, не угодив в яму, было невозможно. Сделали ремонт дороги и надеемся, что будет еще лучше. Спасибо главам администрации Галского района и местного глава администрации Зураба Абиловича за это. И ждем новостей еще, улучшения. Глава Галского района Константин Пилия, обращаясь к местным жителям, подчеркнул, что они в любое время могут обращаться к нему по всем вопросам, которые по мере возможности обязательно будут решены. Анжела Убилава, Бижан Микава, Парис Цацуа, Гал ТВ.